Неважно, сколько добра сделали, ходили душою, черными или белыми, главное суметь убедить близких людей, что сделали много и полны ей. Главное убеди, главное победить. Держать наготове оружие напрягает, есть желание расслабиться, затянуть трубку, а после начаяться. Напрягает, от этого устаешь, постоянно напряжен, хочется чаю с лимоном, от этого устаешь, постоянно напряжен, хочется чаю с лимоном, а хочется чаю с лимоном. Желание расслабиться, затянуть трубку, но в голове крутятся мысли, что, где, как, что сделать, а кто сделает? Чего это необходимо?